Здравствуйте, друзья! В этом обзоре я расскажу про еще одно устройство системы «Умный дом Xiaomi» – IP-камеру Xiaomi Little Square, которая дает возможность удаленного видеонаблюдения, отслеживания движения в кадре и работе в связке с другими компонентами системы. В отличие от большинства других обзоров, основной акцент я сделаю на настройках камеры и работе ее в смарт-сценариях. Поставляется камера в привычной для Xiaomi белой коробке, на которой находится фотография продукта. Приступим к открытию. Камера плотно сидит в своей коробке, прижатая со всех сторон картонными бортиками, что обеспечивает сохранность при транспортировке. В комплекте поставки сама камера. Здесь сбоку открывается дополнительно скрепка, адаптер питания и USB кабель. Длина кабеля около 2 метров. Блок питания с плоской вилкой. Для него понадобится переходник, либо универсальная розетка, типа как на удлинителе Xiaomi. Блок питания рассчитан на входное напряжение от 100 до 240 вольт, выходное напряжение 5 вольт 1 ампер. Плоский белый кабель похож на подобные кабели, которые идут в комплекте к смартфонам и пауэрбанкам, вот, только длиной около 2 метров. Скрепочка стандартная, которую видели все владельцы смартфонов с сим-лотками, и камера, которая внешне больше всего напоминает куб, слегка вытянутый по высоте. Размеры камеры. В основании она имеет примерно 5 сантиметров, вернее, даже можно сказать точно. И так тоже 5 сантиметров. В высоту около 6, 5 сантиметров 7 миллиметров. Вес камеры. 100 грамм. На задней стороне камеры находятся отверстия в виде логотипа программы Mi Home. Имеется входной micro-USB порт питания и выход, который можно использовать для питания по цепочке, например, следующей такой камеры. Здесь находится светодиод, отображающий статус камеры. Ножка откидная. В основании ножки находится магнит, который позволяет крепить ее на любую металлическую поверхность. Здесь поворотная платформа, благодаря которой камера может вращаться в различные стороны, изгибаться под любым углом. Вот, на нижней части камеры находится слот для microSD-карты, поддерживаются карты до 64 гигабайт, и кнопочка Setup для сопряжения с смартфоном, с программой Mi Home. При работе камеры потребляется вот примерно 0,4 ампера. То есть вот здесь она стартует 0,7, но в среднем видите 0,3, 0,35 до полуампера, что позволяет ее запитывать, вот как в показанном примере, даже от пауэрбанка использовать довольно длительное время автономно. Магнитное основание с легкостью позволяет удерживать камеру на, например, холодильнике. Ну, в общем-то, на любой металлической поверхности. Свобода перемещения обеспечивается шарнирами. Можно поворачивать в любую сторону, крутить, как вам угодно. Камера в рабочем положении. Магнитом крепится к стенке холодильника. Плоский провод идет под декоративными магнитами. И питание в USB сетевого фильтра Xiaomi. Камера является самостоятельным устройством, и для ее работы нужно только приложение Mi Home и источник питания. После того, как мы подключили питание, вот индикатор статус мигает желтым, необходимо подключиться к камере. Для этого мы будем использовать приложение Mi Home. Нажимаем плюсик и добавить устройство.
Здесь мы выбираем «Добавить камеру». Выбираем из списка нашу камеру. Вот, и здесь у нас есть написано, что нам нужно сделать далее. То есть нажать на скрепочкой на кнопку Setup. Делаем то, о чем нас просит камера. Приложим. Нажимаем «Сделано». Далее. Сканируется сеть Wi-Fi, подключается к моей сети Wi-Fi. Далее. Вот, теперь он предлагает показать камере вот этот вот QR-код. Вот, что-то она сказала на древнекитайском. Мы говорим далее, и теперь проводится подключение. Дальнейшее описание всех настроек для удобства я, как обычно в предыдущих своих обзорах сценариев, буду делать в виде скриншотов, которые буду сопровождать своими голосовыми подсказками. После того, как скачалось программное обеспечение для камеры, появляется в списке устройств новое устройство, которое мы можем назвать как угодно, наша камера. Запускать плагин можно как из общего списка устройств в приложении Mi Home, так и вывести его отдельно ярлык на рабочий стол. Главное окно плагина слева сверху показывает скорость передачи данных, правее качество передаваемого сигнала в режиме онлайн, далее 5 кнопок, пятая скрывается справа, нужно перемотать пальцем. Вызов активирует передачу звука от управляющего устройства к камере. Скриншот. Сохранить текущее положение в виде картинки, снять скриншот. Запись. Снять видеоролик. Воспроизведение. Это, по сути, галерея просмотра снятых фото и видео. И скрытая кнопка – это включение и выключение камеры. Возможности камеры. Переходим в меню, нажав в верхнем правом углу кнопку с тремя точками. Первая опция переведена как «Изучите функции». Нажимаем на нее и попадаем в следующее меню, где имеется единственная опция «Замедленная съемка». Далее можно задать интервал для замедленной съемки, указав свои значения или выборы из шаблона. На выходе мы получим тайм-лапс ролик. Следующее меню – журнал оповещений. В нем содержатся записи двух типов – результат работы смарт-сценариев и записи по обнаружению движения в кадре в режиме сигнализации. Подробнее об этом я расскажу чуть-чуть дальше. После нажатия на интересующую нас запись запускается загрузка видеоролика из китайского облака. Длина записанного ролика от 15 до 17 секунд. Хранятся где-то в просторах китайских серверов, на карте памяти этих роликов нет. Если камера отключена, то к опции журнала оповещений, соответственно, к роликам доступа нет. Меню настроек содержит в себе ряд полезных опций. Смарт-обнаружение изображения. В этом режиме камера при обнаружении движения в кадре отсылает уведомление на управляющий смартфон на скриншоте в центре и пишет ролик длиной 15-17 секунд. Данное событие отображается в журнале оповещения как мобильная сигнализация. Смарт-чувствительность обнаружения изображения позволит снизить чувствительность обнаружения, например, для того, чтобы камера не реагировала на робот-пылесос или там кота. Оповещение при обнаружении дыма. Эта функция предполагает, что камера пришлет уведомление, если решит, что в кадре обнаружен дым. Оповещение при звуке детектора CO. Камера просто среагирует на писк датчика, своего датчика камера не имеет. Смарт ночное видение. Это автоматическое включение инфракрасной подсветки в темноте. Индикатор состояния. Включает и выключает светодиод сзади камеры, который светит синим светом в нормальном режиме работы. Перевернуть изображение. Пригодится при вертикальном расположении камеры. Непрерывное хранение видео – это постоянная запись видео на карту памяти. Внизу виден объем установленной карты памяти. В меню General Setting можно задать имя камеры, дать доступ камере на другой MIUI аккаунт, определить группу устройства, например, переместить его в нужную комнату для того, чтобы было легче разбираться, что где находится. Проверить обновление прошивки, вывести ярлык плагина на рабочий стол и просмотреть информацию о сетевом подключении, а также направить отзыв. Меню «Автоматизация» позволяет создавать сценарий для автоматизации работы с камерой.
При создании нового сценария запускается шаблон, в котором можно выбрать условия для срабатывания сценария. Им может быть установленное время, звонок или сообщение на телефон, а также какое-то действие одного из устройств или датчиков экосистемы «Умный дом». В качестве действия на условия камера предлагает 5 вариантов действий, причем на китайском языке. Я пробовал как и английский, так и русифицированный плагин. Для удобства работы я перевел китайские надписи на русский язык. Первая надпись гласит, что камера передает оповещение на управляющий смартфон и записывает ролик 15-17 секунд. В журнале оповещения это действие называется смарт-сценарий. Следующая опция – это включить камеру, аналогично нажатию на самую правую кнопку главного меню «Включить». Третья опция – выключить камеру. Четвертая опция – выключить распознавание движения. Это отключение режима смарт-обнаружения движения в кадре. И последняя опция – это включить распознавание движения. Она включает режим смарт-обнаружения движения в кадре. Таким образом, обладая знаниями о действии камеры, я создал два сценария для автоматического включения и выключения режима распознавания движения по времени, задав условиям сценария таймер и выбрав нужное мне время и дни работы. Дополнительно в приложении «Умный дом» я создал два ручных сценария, при выполнении которых также включается или выключается этот режим. Каждый сценарий может быть вынесен на рабочий стол в виде отдельной иконки для удобства работы. Камера сама по себе также может выступать в качестве датчика движения и имеет условие, которое может быть условием сценария. Это действие также можно полезно использовать. Например, в дневное время при обнаружении движения в кадре включать звук полицейской сирены, используя в качестве ревуна шлюз Xiaomi. А в ночное время, например, включать лампочку. В качестве примера лампочка из этой же экосистемы, для того, чтобы не пройти мимо нужной двери. В качестве примера я приведу два видеоролика, которые сняты в полной темноте и при искусственном освещении. Эти ролики сняты автоматически в режиме обнаружения движения в кадре. После того, как камера обнаруживает двигающийся объект, она присылает уведомление на смартфон и снимает такой ролик. Как видите, при искусственном освещении, также это актуально для не очень яркого естественного освещения, дальняя часть кадра, где находится входная дверь, не очень хорошо видна, поэтому движение там распознается камерой не очень уверенно. Поэтому в дальнейшем я планирую использовать возле входной двери датчик движения, который будет активировать запись. Также при установке умных выключателей можно задавать сценарий, который будет заодно включать там подсветку, для того, чтобы камере было удобнее снимать, кто же там пришел. В качестве вывода могу сказать, что камера и сама по себе неплохая, учитывая ее невысокую цену. В некоторых случаях при скидке либо купонах ее можно купить чуть-чуть более чем за $20. Вот. Но все же полностью потенциал этой камеры раскрывается только в связи с другими устройствами и датчиками системы «Умный дом» Xiaomi. Анонсирую в скором времени появление новых обзоров про устройства из системы «Умный дом» Xiaomi, также сценарий связки работы между ними, в том числе с этой камерой. Вот. Буду рад, если вы подпишетесь на мой канал, лайкните. Ну и всем до новых встреч. Надеюсь, видео было полезное и интересное.